baseball bat. I could have got my baseball bat killed. Сам ты пипега. Здорово. Так. Что-то, по-моему, там, где мы остановились. Ты, короче, вышел у трейдера, а я на лодке. Сейчас поплыву, короче, в город. Вышло, что, мотики добавили, там что-то какие-то шмотки бабские, взрывчатки новые, типа динамита. Теперь хаешки можно прилеплять куда-нибудь, кому-нибудь на дверь. Ну и все такое. Вон, интерфейс поменяли зачем-то. Переехало, короче, очки славы направо и бабки зачем-то. Улетел. Как прыгучая мадам. Надо, короче, у нас тачка там пропадет. Блядь.
Скотч, по-моему, нужен, и все. Лодочка, плыви в озере зари. Давай уже. Да нету бага скорости уже. Можешь забыть про баг скорости. Ну и что? Почему у меня рубашка какая-то дранная вся? Рубашуля моя дранная. Извиняюсь. Так, короче, какой план? Поплывем до русла и по руслу, от русла и зарулим в русло. Вон оно, русло. Ехрить, перепад там высоты, смотри. Это же должен быть водопад вообще, по идее, с таким перепадом. Ну да, по кустам полазило. Я даже вижу границу четкую. Хоп-хоп, и мы уже в реке, а не в море. Вот эту воду можно пить, а вон ту нет. Я не понял, ты на работу или с работы, или вообще-то где? Или ты ушел в монастырь куда-нибудь? Проснулся только... Зачем тебе на автобусную остановку? Или на трамвайную, или куда-то там? Значит, ты сегодня отдыхаешь? Ну, изменили шрифты. Я хочу писать другим шрифтом. Понятно. Поближе к городу подъедем. Бенз сейчас надо за бабки покупать, прикинь, на заправках. Поэтому надо канистры собирать в пень-колоду. Большие желательно. И копить. Лодочка, плыви. Не страшно, что? Что не страшно? Миллион. А кто-то на бензине зарабатывает миллиарды. Вот в чем весь ужас. Кстати, дропов нету поблизости. Вообще. Ай. Зачем? Я хочу тачку обновить, а то она исчезнет. А, ну потом, да. О, еще лодка. Так, у нас там не должны пропасть ящики, пропасть, потому что там флаг, типа мы же поставили, да? Да? Нет? Да, нет. Твои, наверное, пропадут, которые на балконе. Ты делал нычку. Потому что, по-моему, флаг до туда не дотягивается. Там у тебя все равно какая-то билиберда была. Типа какой-то скрэп. И сколько онлайн? Надо чекнуть. Целая одна харя. Это, видимо, я. А че вода такая мутная?
Короче, надо этот отключить найтботовские, блядь, сообщения. Висит пол экрана, закрывает. Really need to уронит. Блять, ну потерпи маленько, ё-моё. Ёпта масло. Лодку надо где-то ныкнуть. Нормально спрятал? Думаю, нормально. Так. Да чё я? Ой, извини. Лодочка, плыви. В озере зари. Ёпты, чё за херня? Чё они сделали? Ядрёны пассатижи. Не видно этих цифр. Кстати, бенз был в машине. Маленькие канистрочки. Еще. О, спасибо за рейд. А почему не было этого? Не было, что-то не было, этой алерта не было. Странно, но спасибо за странный рейд. Чу-чу в озере, чу-чу. Так, не забыть, где лодка, все. Не забудешь. Там, где рыбий клюв. Ты не.
Блять, я уже забыл, что зомби существуют. Отвык от зомбарей. Кому коктейль? Серьезно? Ну, не, ничего не нашел. Думаешь, что-нибудь базейка будет где-нибудь. Что-то нету. Думаю, да, тут заберу. Тулбокс. Как, блин, это все распихать? Долбаный тетрис. Хочется углубляться. Ай, минус нога. А чё ты в рейке не видел? Ты хочешь, чтобы я динамит нашел или что? Большой лут. Да, я сомневаюсь. Граната. Гранаты, по-моему, и так были где-то. Если они, типа, не исчезли до этого. Я отвык от зомбарей, короче. О, медведь стоит, видал? А, это кабан. Жопа свинская. Он, смотри, он на меня даже не реагирует. О, на открытой местности только увидел. Хрюкало. Хрючило. У меня, что у меня? Где я пропустил? Граната у меня. Понял? У меня граната е. Не-не-не-не-не. Кстати, я сейчас потеряю, да? В инвентарь выпал. Потом для этой авиабазы. За какой авиабазы? Так, иди. О, здорово. Так, выйдешь, не? О, бежит. Где ты там? Уже дыхалки нет. Вон он. Не видишь меня? Иди сюда, я тебе помогу. Ай! Ай! Помог. Отбежать не отбежишь. Так, что он там мне С2 повесил? Хорош, хорош. Йоу, Джей. You finished. Yeah, checking new patch.
Пиздец, окей. No. Not yet. I don't like what they've done to interface. Can't see letters and digits. Не знаю. Вот что-то было, я пропустил. Вот это возьму. Секунду. Empty. After a couple days on Jay's server, I forgot about puppets. Take. No Scrooges. One second. Okay. What the hell?
Come on. Really? God damn. Oh, nice. It rotates automatically now. They've changed some fonts. Зачем? Зачем тебе голда? Смотри, твои ящики стоят вроде. Фак. Окей. Почему я все еще могу бегать, а? Why I can run, still can run? Is 44% of HP. Окей, может я на машине за тобой приеду? Смотри, сундучки-то. А почему мои не работают алерты, типа на этот, не сработал, на рейд? Блин, все поменялись, шрифты какие-то, ё-моё, что? Погоди. Вот тут поменялись шрифты. Вот тут поменялись шрифты. А серьезно? На любой рейд работает. Сундуки не исчезли, но исчезло все из сундуков. Хе-хе. Ладно, не все. Ну и дерьма тут у нас, честно говоря. Так, отвертку что с собой таскать? Вот еще отвертка есть. Ножей целая армия. О, кстати, надо выхилить один штук нож.
Серьезно? Окей. Так, хавку что, оставим? Блин, жратвой забит. Так. Так. Так, а что ему на мне напялено? Китайская одежда, да? Штаны китайские точно. Куртка не китайская. Что делать? Отвертки-то таскать с собой? Красных? Так, бум-бум-бум. На базу. А на какую базу-то? Не, на базу ты просто так не приедешь в любом случае. Прежде чем ехать на базу, нужна разведка. Даже если ты ее найдешь, нужна разведка. Типа там на мины, туда-сюда, какие замки, какие эти стоят, шокеры. Какие перчатки брать. Короче, все вот это дерьмо, ты понял. Ну, короче, такая себе базеечка у нас тут. Нычечка. Так, раз, два, три желтых есть. Окей, четыре желтых. О, нормально. Уже можно на среднюю базу нападать. Вот ты понял. Нельзя быть таким жадным до чужого лута. Так и хочешь все отнять. Да? Так, если ты заходишь, то я, наверное, готов с тобой ехать. Куда наше все оружие делось, это хз. Почему я... могу бегать, блин. Не, мне это вот нравится, конечно, но просто меня вопрос подложит. Поэтому я как бы не возражаю. Мне просто интересно. О, здрасте. Блин. Это что-то, блин, происходит. Блин, я не починил этот, да, штык-нож. Кайф, скоро развалится. Придется опять залезть. Твою мать. Скамче, чё, что, кто, а? У тебя в компьютере происходит? Блин, врезался в антенну. О, перестал он бегать. Что? Серьезно? Так, ладно, чё, C1. Чё мне, кстати, тут по хилам? О, медицины нет вообще. Берушь, чтобы от выстрелов не глохнуть. Своих. Когда стреляешь с автомата. Услышал звук, да? Теперь без беруш. Одинаково, да? Окей. Может, это в помещении надо стрелять? Хз.
Ну, раньше они типа это, тебе не создавали такого оглушения, там, когда у тебя пищит, аж звенит все в ушах. Из заберушев. Шел ты. Ты в то застрял? Ну, на пожарку пока хромаю. Смотри, как у меня хпшка взлетает просто в небеса. Я еще кофейку бахну и просто сейчас полечу. Не знаю куда. Так. Может, в цепелярне эти новые шмотки, новая обувь женская, бабская. Прыгнуть не смогу. Can't jump. Нету этих, да? Блин, зачем я замок с собой взял? И чё после работы? Зачем я эту с собой взял? Лично в попыхах все это. Тебе там плохо не стало от 1 килограмма? 1 килограмм. Чел, ну ты вообще. Прям в головульку. Так не мудрено там. Можно вообще вечным сном уснуть. О, у меня уже пол магазина нет. Считай, пол барабана отстрелял. И все еще не починил этот, да? Я просто, блин, красавчик. Пойдем через низ, прохромаем. Нужен, короче, тулбокс и все. Тогда я, наверное, починю штык-нож. Понял, ты там у торговца пока будешь тусоваться, да? На чем ехать-то? На лодке или на машине? В Лентиус. На машине. Окей. Требует. Не уверен. О, дрова тут. Тебе может взять эту. Можно в китайском этих набрать сабель китайских попродавать. Опа, сюда. Долутаем верхушечку, пойдем вот это починим. Штык-нож. Чем ты лег? Так, чем мы тут?
Я продадим. Вот термометр стоит, интересно. Вдруг такой вопрос назрел. Назрел такой вопрос. Сколько стоит термостат? Ты что тут сегодня? Радиоактивный день. Как вас унести? Oh, fuck. And abrasions. Теперь нужны, блядь, короче, перчатки для всего. Капец. Руки поранил где-то, короче. Поцарапал или что? Может, заусенец? Долбанулись. Yeah. And it's in stabilization now. And the abrasion C1. All 0.5 HP. А в перчатках все время жарко. И... I don't know what I've done. I just use your hands. Yeah. Get them. Okay. How can I? Здорово, здорово, отец. Yeah, а как починить? I don't understand how to fix this shit. Well, I have bayonet, I have toolbox, I have... machine. Раньше вроде просто подходишь, типа, починить было. Нет? Get them. О, ха-ха. О, нифига, у меня хпшки отрегенились как быстро. До 73. Кинул глаз. Ну все, я, короче, сейчас тогда до базейки на тачку и за тобой, да? Мистер Павел. Мистер Павел. Мистер Павел, вы здесь? О, у меня даже руки уже прошли сами по себе. Короче, их
даже не нужно лечить. Они так сами проходят. Короче, когда ты где-то лазишь, царапаешься руками, я понял. Well, I found gloves. Driving gloves. Ace. Сейчас саму пожарку по бырику вообще я чекну и выезжаю. Окей, мистер Павел. Капец, онлайн вырос на серваке, уже две хари. Уже опасненько. Да, мой юный подаван. А, окей. Так, а где Дискорд? А, вот Дискорд. Так, а чё тут? Приветствую тебя, мой юный подаван. Здорово, отец. Ты чё, монитор второй купил? Нет, не купил. Жду, пока приедет. Ну, я купил, да, заказал, но типа в конце недели только будет. Что за монитор? Какой-то Acer Nitro, Nitro Butra. Да сколько? Он же не 10 тысяч стоит. Не 10. Около 20-очки. Сколько герц? 144, по-моему. Нормально. Кстати, помнишь, когда мы возле трейдера были, мы видели там базу? Нет, не помню. Мы видели там базу? Да. Так, погоди, можешь сделать этот замок? Че тут дурака валяю? Так, 40. Мы еще туда прибежали. Ты говоришь, закрыто. Она до сих пор закрыта. Типа ничего не поменялось. А где там база-то была? На берегу прям. А, так она же в сейф-зоне. Ну, там до сих пор сейф-зона. Там ты ничего не сделаешь, ты пойди. Ой, я лодку нашел. Сейчас приплыву к тебе. Серьезно? Да. Уви. Тогда я не поплыву никуда. А как мне надо? Надо ящики делать, у нас вообще бардак какой-то такой. Я не слышу, что ты говоришь, если что. Да ничего, важно. Ламочка, плыви. Зари.
мне нужен точильный камень. Grinding stone. Yeah. Это твой автомат тут валяется? Не знаю. А ты что без автомата ездишь? Нормально? У меня автомат с собой. А тут еще один лежит собранный, фуловый. Калаш? Да. Может, это чей-то подарок нам. От какого-нибудь анонимного этого жертвователя, мецената. Угу. Держите, пацаны, вам подгон. Ты веришь в это? Конечно. В этой жизни надо во все верить. Я понял тебя. Короче, в этой жизни ты веришь во все. Там будет заправка, мимо ты будешь проплывать, заправь лодку, а то она жрет капец бензу. Да нет, нормально. Ну мне хватит его доехать, наверное. Ладно, едь. Я запарковался там, где рыбий клюв. Можешь там запарковаться. Где рыбий клюв? Что? Ну, видишь, на карте рядом с мостом такой рыбий клюв есть. Где? Напротив психбольницы. Что такое рыбий клюв? Ну, река такая острым углом, короче, типа в заливчик или... Заливчик? Да, на речной. По острым углом на карте видно. Вот я там лодку парканул. Вот желтый мост в С4, который ближе к центру. Через реку. Вот рядом с ним, прям как раз возле психбольницы, этот мысок. Не мысок, а заливчик. Заливчик. Опять у меня руки износились. О, скоро будет монстр. 5, 3. Скоро будет 2 и 3. Есть же еще какая-то лодка, по-моему, да? Ну, резиновая, но она не очень устойчивая. Какая? Ну, деревянная, с моторкой, большая, длинная, как у тебя. И еще какая-то другая есть, по-моему, деревянная, нет? Нет. Меньше, типа. Нет, саб-доска есть. Ну, это не совсем лодка, конечно. А, ну все, тачки нету. Бай-бай, тачка. Не, поздно мы очухались. Поздно мы с тобой поняли. Блин, угнали нашу ласточку. Хорошо, в ней ничего не было. Думаешь, угнали? Или что-то было? 4, клюв, рыбий, заливчик какой-то. Мост. Ну, маленький такой, один вот острый такой уголочек. С4 наверху, правый верхний угол. С4. Ты почти близко к городу подъехал, что на лодке. Да. Че за хрень? Ну, скажем так, что как будто я понял. Теперь
Я как будто тебе поверил. Блин, можно было бы карту увеличивать хотя бы, не знаю, на x полтора? Зачем это тебе? Ну... как, чтобы тщательно посмотреть, где, куда. Да. Ну, я подплыл к этому, к твоему водопаду, где ты говорил, что можно пить воду. Речка говнотечка. Gunpowder? What the fuck? У меня промокли ноги. Говорит мне мой кентуха. Кентуха-бартуха. Ну, промокли и промокли. Что делать? Ну все, у нас из транспорта только лодки остались. Получается, зря плыву. Почему? Ну, если нам потом обратно плыть. Куда? Зачем обратно плыть? На D0. Зачем нам плыть на D0? Ну там же этот, или где? Сейчас погоди. Кто? Ну, военная база, где с аэропортом, это где? D0? В D4. В D4? А, ну да. Да. Зачем тебе туда? Ну, там по-любому есть база чья-то. Топ-проц. Вот прям. Вот чуйка у меня вот сегодня работает. Тихо, очень звук, хорошо. Звук. У тебя в микрушке что ли что-то? У меня игра вылетела. Серьезно? Угу. Ну, у меня рестарт произошел. У тебя и рестарт, и вылетела игра? Угу. Не, ну в смысле, просто рестарт. А, ну это же не вылетело, значит. Чего меня пугаешь? В лобби тоже шрифты поменяли? Зачем, непонятно. Правда. Надо бог с ним. Первый раз с ним подключился. Второй раз пробовал. Сейчас подойду. Окей. Йоу, клон. Thanks for follow, man. What's going on? Блядь, прикинь. You can't hear me. Я тону. Ага, докатался. Всплывай теперь. Ну-ка.
Nice, nice. Since you having a good evening. Как-то всплыл, а у меня до сих пор не коннектится игра. А кто-то уже всплыл, а кто-то еще даже не законнектился. Кинь плыл в лодке. Рестарт произошел, мне из лодки швырнуло. Сава, да. Да, старый добрый скам. Так, чё? Опять все по новой лутать? Looks like this place already been looted. Wait a second. Надо тачку найти. А, нельзя без тачки тут. Я на сервере Джея устал бегать пешком. Может, он это хотя бы мотоциклы добавит. Ой, сори, ты меня не слышишь. Или слышишь на стриме? Ты утонул? У тебя лодка уплыла? Или ты в лодке уже? Не-не-не, я плыву. В лодке? Или так, дельфинчиком? В лодке. Needle. Это вы лодку не могу обнаружить. Главное, верь в свою удачу. Ладно. Окей. Ну, я до моста справа доезжаю уже. А Локи-то я до сих пор не вижу. Какой-то пранк. Вышедший из-под контроля. Fuck.
Hello, sir. Не сюда, не сюда. Иди сюда. Где там? Fuck. Я забыл про свою эту усталость. Всего лишь малость. А ты замок на лодку вешал? Нет, конечно. А может, ты вешал? А может, ты вешал? Сичку обыкновенную уложил туда. Она там была, эту лодку мы угнали же. Забыл? Я тут чуть сейчас не облажался по-крупному. Потом. Да, это взрывной дядя. Второй раз, что ли, что облажался? Отвык от него. Получается. Ну да. Ну что ты где там шлындаешь? В городе. Лындаешь. Надо дробовик? Не. Точно? Угу. А лук? Что? А лук скорпион 40. Точно? Баллисту соточку я бы взял. Синий броник. Мне кажется, кто делал патч и занимался шрифтом, он сидел, наверное, в очках, которые плюс 600. Сложно. Я тачку нашел. Заводи. Сейчас погоди, зомби высечал. А то тут желающих много. Прокатиться. Ну это ихняя тачка, скорее всего, вот. Дро. Васек. Чего не берет? Ну, чтоб ты понимал, она целая.
в городе. А ты в городе где? Что-то не видаю тебя. Забрать? Да? Да? За исключением бензина. Где заправка здесь? Здесь я буду штурманом. А ты надолго поедешь? Чё, я не могу что-то? Давай заправляй. Хитрые они какие. Ну да, кто тут наличку возьмет у тебя? Вот я здесь наличку буду брать, тут же нету кассира. Тут. Ну давай, давай. Зачем ты катишь, что бензин кончился? Бензин кончился? Не-не. Пойду в контроль играть.
если ты уезжаешь. Там тачка стоит. Ну там в тех домиках. Да. Я пошел до туда, бегу, посмотрю. И там выйду. А ты через сколько примерно будешь? Ну, напишешь. Ну или стрим запустишь, я вот вижу. Тогда давай, удачи тебе. Oh, sorry guys, I was muted all this time. В этом нелегком деле. Sorry for short stream. Gotta go now. Urgent call. As always. Maybe later. I will start again. So see ya, guys. Thanks for being here.